Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Аріда». Суха мікстура від кашлю для дітей. Доступний засіб, перевірений часом. Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире прогноз погоды. А это значит, что уже через несколько минут вы будете в курсе всех синоптических новостей на субботу, 11 марта. В студии для вас работает Николай Диденко. Здравствуйте! Первый день грядущего уикенда обещает быть пасмурным и достаточно теплым. Средняя дневная температура воздуха по стране в этот день 10 градусов выше нуля. Кроме того, местами возвращаются осадки в виде мокрого снега. А теперь детальнее по регионам страны. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 5 до 10 градусов выше нуля. С ночи до позднего вечера небо над регионом будет покрыто густыми облаками, что приведет к дождю в Черкасах и Кропивницком. В Полтаве в утренние дневные часы возможны кратковременные прояснения. На юге страны термометры в течение суток покажут от 5 до 15 градусов со знаком «плюс». Здесь также облака займут небо над регионом на целый день. Лишь в Херсоне и Симферополе предвещаются небольшие прояснения. В течение дня повсеместно ожидаются дожди. Ежегодно во вторую субботу марта в Украине празднуется День землеустроителя. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает охрану земельных ресурсов и формирует рациональную систему их использования. Успешной вам деятельности и сил для осуществления грандиозных планов. И снова о прогнозах. В Западной Украине температурные показатели в течение суток будут колебаться в пределах 1-5 градусов выше нуля. В регионе будет преобладать густая облачность. Во Львове пройдут дожди, а в Ивано-Франковске ожидается мокрый снег. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 3 градуса, а максимальная дневная достигнет отметки плюс 9. В Чернигове и в Житомире на протяжении всего дня будет наблюдаться хмурое небо и осадки в виде дождя и мокрого снега. Для большей части восточного региона суббота пройдет под ясным небом. Местами прогнозируется легкая облачность. Осадки все же не исключаются, но их будет мало, преимущественно в Запорожской и Днепропетровских областях. В течение суток местные термометры покажут от 2 до 12 градусов выше нуля. А партнер прогноза погоды – «Арида». Сухая микстура от кашля для детей. Доступное средство, проверенное временем. Берегите свое сокровище. А теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 2-4 градуса тепла, а днем прогнозируется от 10 до 12 градусов со знаком «плюс». Ночью предвещается чистый небосвод, но уже с рассветом небольшие облака заглянут в Северодонецк и Алчевск без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 2-3 градуса выше нуля, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 8-11 градусов тепла. Предвещается переменная облачность и без осадков. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 3 до 6 градусов тепла, а в дневное время от плюс 9 до плюс 11 градусов. Небольшая облачность принесет дождь в Днепр в вечерние часы, а вот жителям Кривого Рога следует быть готовым к дождю на протяжении всего дня. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 4-7 градусов тепла киевлянам и гостям города метеорологи пророчат пасмурное небо и дожди, которые начнутся еще ночью и продлятся до завершения дня. Вот такой неоднозначной будет погода в субботу, 11 марта. И пусть за окном срывается дождь, главное, чтобы в душе всегда светило солнце. До встречи в нашей студии! Допоможи! Кашель почався. Суха мікстура завжди допомагає при сухому та вологому кашлі. Це ж «Аріда». Так, «Аріда». Суха мікстура від кашлю «Аріда» – доступний засіб, перевірений часом.